ВКонтакте. Это место, где, в принципе, проводят время очень многие наши, не только дети, но и жители микрорайона. Вы же понимаете, что мы находимся в конце города, и не каждый родитель может отправить своего ребенка в какую-то секцию в центре города. И вот такие островки спорта, они просто необходимы. Детского сада по проекту планируется замена ворот. Вы заходили в дошкольное учреждение, вы видели наши ворота. Они будут заменены, и калитка. И планируется от ворот асфальтирование. Это тоже как бы наша проблема. Саду 45 лет. Он открылся 1 апреля 1974 года. Поэтому вот такие масштабные работы сейчас и производятся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова